Привет всем! Сегодня у нас 25 июля. Ночью был дождь. Сейчас с утра хотя бы потеплело немножко. И вот такая вот природа. И такая вот рыбка. Есть большая, есть поменьше. Хорошенькая такая вот. Одна. Первая самая такая большущая такая рыбка. Остальная вот это ёршик-то, вот этот окунь такой. И плотвички две. Четыре рыбки пока только. Такая вот рыбка. Думаю, схожу в лес, загляну. Но грибов никаких нету, ничего нету. Поэтому надо идти дальше, опять назад, к речке. И здесь такой ручей есть. Надо опять бежать в речку. И солнышко стоит. Так вот небо разъяснивает. Может, погода наладится, дожди прекратятся. Там вот солнышко такое светит. И лес. В этом году хотя бы здесь не съели лес. Зелененький. Вот тут немножко подъеденный. Здесь вот тоже раньше подосиновики были, но сейчас ничего нету. Может, позже пойдут после дождя. Тепло куда постоит, жарко будет. До 30 градусов. Тогда, может, пойдут. Такие вот маленькие лилии распускаются. Одна там, вторая. Вода, кстати, не холодная, такая тепленькая водичка. Ручей такой громкий, вот там вот бежит. Какой-то дядечка проехал на лодке с мотором. В общем, все тут пробруздил. Рыбка, наверное, уже не хочет ловиться. Да и время уже. 10 час. Будет собираться идти назад. Ну вот, друзья, такая вот рыбка. В общем, есть... Такая вот побольше рыбка, такая рыбка, окунек есть один, и еще где-то тоже второй есть. Ну, так вот, такой вот, немного, не знаю, сколько штук, в общем, потом посчитаю. И зацветает осот, с него пчелки тоже хорошо мед носят. Только вот он начал цвести. Травку кто-то покосил. Такое вот поле.